компа. Я хотел убить террориста, не успел. Я тоже не успел, я вообще только пистик купил. А я кого-то пистик? Да, я пистолет купил, я захотел за них. О, как легко. А пистолет как-то кончается, я не понял. Мегафаки, потому что работает. А, понятно. Тут надо слишком быстро. Он читер просто, от мега просто читер, мы его все боимся. Он этот сервер захватил, и теперь мы ему этот прислуживаем. Да, от мега? Конечно. Да-да. Он сталкеросса еще взломал, теперь сталкеросс тоже я ему понимаю, прислуживает. Он оплачивает сервер, потому что боится, что от мега его этот аккаунт заберет. На я тоже боюсь, у меня как бы новый компьютер. Ой, нормальный компьютер, я боюсь, чтобы он мне его взломал. А что ты с телефона не играешь? Я не с телефона играю. Я в компьютере играю. Я с телефона. А я в компьютере только играю. Научишь в компьютере играть? Только сама. Ты на компьютере. Ой, на телефоне. Я удалил эту игру на телефоне, потому что она знаешь, как багает у меня. Там легко играть вообще на компьютере. Понимаю, наша щит меня переведет. Да не, зачем за вас переходить? Вы за нас зайти. Личная винтовка. А давайте просто перезайдем, если мы встретимся обратно. Мы просто будем играть. Лучше на читака не нарываться. Гордого. Он просто читак. Вот ты понимаешь, что ты сейчас... Если мы потом читаками ставим, мы тебя просто, знаешь, как забаним, просто дичь. Вот, быстрее, беги. Так бегу. Ты понимаешь, что мы можем тоже забанить? Мой отец примерно весь компьютер знает. Он тебя, знаешь, одно и доллар у тебя убьет сразу. Своему компьютеру будет конец, тебе придется все перестанавливаться, да. Люди, только не рассказывайте ему про вот Иван попал. Да, давайте, не надо. Кому? Где? Ну... Ты к нахуй, Иван? Зачем? Ребята, давай. Я просто играть хочу! От мега давай за нас, тут АВПО у нас халявная в мышеловке есть. Погнали? Дай мне, дай мне. Давай, пошли! Крис! Но я тебе недавно ногу сломал сегодня, короче. Меня детка поломала. Старшеклассница, я тебе ногу сломал. Нифига себе, а я в четвёртом. А я в шестом. Вот, кстати, вот это пинц. Пацаны, я вообще во втором, вы чего? Ты чё врёшь? Я тебя по голосу узнать могу. От мега вообще в первом бой. Ой, видите, я пропал. Ой, не ходи туда, там плохо, не ходи. Напад. Всё, я ухожу отсюда. Старший, я в третьем. А так он два раза на второй год отставал. Блять, что происходит? А да, на второй год не оставляю! Я место за классной бомбой, блядь! Я хочу бомбу заложить! Тут её нету. Не ругайся, найди себя! Я никогда на второй год не оставался! Так, это хорошо, школа закончилась. Я не знаю, как он так может второй год остаться, тем более. Это же легко. Просто там выучил это и написал. Так он всего сделал. Конечно, можно было легко.
Надо всегда что-то учить, во-первых. Я не знаю. Нет, вообще, нахуй. Я знаешь, еще какой читак? Я, короче, в первом классе мы карантинку просидели, полгода сидели. Тоже и вот так я зачитерил просто. Я теперь в третьем классе учусь. Он недавно спидранил кабакуи. А? Он в школу заспидранил. Как это? Я не понял, а как он заспидранил? Его знаешь, я смотрел на это читеров всяких, и он узнал это как читерить. Как ты читер? Я могу тоже взять, посмотреть, как читерить, я сразу просто забаню. Да ты с читерами. Но не вас. Я банить вас не буду. Я без захапы шутка. Ты с читерами играешь, кому ты играешь? Да, малой, что твоя команда тащит, это ж... Два раза на втором... Как ему? Пачка где, пачка? Это... Этим чек напиши. Даю компьютер, если он как бы... Два раза на второй год. Бывает, что дают компьютер, если на второй год остался. Нет, но мне никогда мне не дают, когда я даже не буду получать. Разные родители, разные сырье. Привет. Питание. О, привет, Мэдди. О, ребята. У меня вот если плохо, я там получу. У меня не вращать компьютер, например. Я вообще не понимаю, как два раза дают, компьютер, может, дают, если ты два раза на второй год ос***. Никто на второй год не остался, просто слушай, за тобой забей. Он просто первоклашка.